Надежда – член нашей команды. Вы знаете, она народный депутат от фракции «Батьковщина», она член ПАРЕ. И нужно сказать огромное спасибо всем европейским странам и ПАРЕ. Все заняли очень жесткую позицию по Надежде. Последнее заявление было на 132-й ассамблее межпарламентской в Ханое. Все страны стоя аплодировали, когда принимали декларацию и за Украину, и за Надежду Савченко. Россия ничего не смогла сделать, но... Что я хочу сказать? Там же есть и Сенцов, там есть другие, мы слышим, ребята. Вопрос заключается абсолютно в том, что там нету суда. Суда нет. Это политический вопрос. С одной стороны, мне стыдно. Европа и Америка, очень многие страны приняли серьезные санкции. Тратит их бизнес, да? Они теряют экономически. Мы приняли с вами в сентябре законопроект в прошлом созыве. И до сих пор ни одной санкции со стороны Украины не принято. И это серьезный вопрос. Мы должны дожимать всеми возможными методами, чтобы они чувствовали себя, чтобы и Путина окружение дожимало его в части освобождения Нади Савченко.